Похищение классика в Нижегородском аэропорту Стригино во время флешмоба в поддержку акции «Великие имена России» неизвестный взял на руки пластиковую фигуру Максима Горького. Скульптура писателя Серебряного века предназначалась для тематических фотографий и участия в конкурсе. Что именно подтолкнуло неизвестного на столь радикальный поступок, неизвестно. Возможно, человека на снимке мотивировало отношение к Горькому со стороны другого классика Серебряного века Леонида Андреева, который неоднозначно отзывался о творчестве нижегородского писателя. По другой версии, он просто пытался сделать оригинальное фото.